подача на ближнюю угол вратарской здесь. Каким видится сочетание идеальное для Герта в нынешнем сезоне? Ну, кстати, он еще и ничего, Андре Силву, и все благополучно закончилось для Туре. Мягкая передача, заброс на команду. Ну и задумал вот такую вот передачу на своего соотечественника. Чуть-чуть не получилось. И получится ли быстрая ответная атака у Герта? Ну, жесткая здесь борьба пошла. Боята умоляет Пикарик арбитра. Ну и крайне неудобно для голкипера. 1-0. Айнтрахт выходит вперед на 30-й минуте матча на Олимпийском стадионе. У мяча команда. Подача. Удар. 2-0. 2-0. Это, конечно же, он. Бас Дост. Увеличивает преимущество Айнтрахта. Я-то уж грешным делом сказал, что очень жестко против него играет, но в рамках правил это вызывает. В атаке Айнтрахта, ну тут было уже впечатляет, но обращает на себя внимание. Гол угрожал перед первым туре Андре Силва. Отличился, уже об этом говорил. Там команда, ну как мы уже поняли, в первом тайме, в общем-то, это при течение последних 7 лет. Ну, кстати, с Брауншвейгом он там чуть ли не после каждого удара. Прорим Рекик, да, центральный защитник. Так, момент. Локи Бак, я пока тут убирал мяч под левую. Контракт португалец ни разу не выигрывал пока что после того, как проиграл. Флангами. Ну, конечно же, уход смещается назад, делает классную передачу, удар, и 3-0! Это забивает Роде. Совершенно одного его оставили на линии штрафной площади. А вот такой вот автогол мы увидели. Мяч залетает в ворота от ноги Хинтерегера. Карточка, сколько же к сегодня раздал судья.